Как часики. Ребят, всем привет, с вами видеоблог «Две хаски». Мы в Щербинках на Рузе. На Рузе какое-то просто вакханалия, куча народу. Приехали на одну базу, там полная. Там что-то 30 машин, пробка какая-то. Приехали. Подготовка к хаски и фесту. Тренировочный выезд. Вообще очень много людей. В Щербинках еле вот припарковались. Смотрите, машина на машине стоит. Там машина уже вообще, наверное, не выйдет. Короче, очень много людей, палаток немерено. Ну а мы на рыбалку с ночевкой на один денек. У нас уже все загружено. Все у нас, как всегда, дофига. Едем на одну ночку попробовать половить лещика. Ну, классический хасочный выезд, так сказать. Рыбы не будет. Как вы любите. Да. Сейчас садимся в собаку, едем на большую воду, чтобы поменьше народу было, и ищем место. Погнали! Все, в колею встал. О, я, ну знаю, вот здесь прикольненько. Ну, это жерличка надо ставить сюда. Можешь туда смотреть. Ну, палатку вот здесь, на бугре поставим. А сюда жерличку ставить вниз. Добрались. Непонятно, останемся мы тут или нет. Сейчас посверлим. Бухолот глянем. Если есть какая-то движуха, ну, я думаю, 100% мы тут останемся. Короче, здесь такой бугор, метров, наверное, 30 на 30, да? Да больше. 50 на 50. Рядом русский. Не, ну где-то, наверное, такой. Возможно, 100 на 40. 100 на 40, стол. Ну, тут где-то, короче... Бугор. Глубина да. Здесь везде там, ну, ровная, а тут бугорочек будет. То есть где-то 11, а у него он где-то, ну, 10, наверное, будет. Вот так. Ну, сейчас посмотрим. И рядом русло. Ну, яма. Сказали, воду уронили. Возможно, а-а-а. Вообще тут сейчас метров 9 будет. И рядом яма 20 метров, прикинь, 20 метров. Русло. Вот эти монстры выходят. Рыбы нет. Руслич, давай. Далеко туда, Руслич? Да нет. Давай дойдемся туда. О! 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 Рыба. Рыба. Снега, ребят, по колено. Ну вот, свал, да, пошел. Перепад полметра. Нормально. 9,5 было, здесь десяточка. Рыбы нет? Рыбу пока видели в двух лунках. На бугре, да? На бугре, да, на этом. У нас... Да, вон наш караван. Да. Здесь что интересное место, если везде свал резкий, в русло, прям вот резкий, то здесь он такой немного пологий, поэтому, возможно, здесь лещ может тереться, он выходит с русла, и здесь вот там кормится, на плато выходит. Как-то потому что вряд ли он такой вверх вот так, как лифтер, поднимается. Он, скорее всего, ну, аккуратно по асфальчику поднимается. Да, коленочки, чтобы не нагружать свои, да? Да, он же, мы же крупно ловим старого леща, вот у него все, он уже на пенсии. Мне, конечно, интереснее на новых местах, чем ты, знаешь, приезжаешь на старое место такое, ну вот здесь точно клюет, и не клюет, и такой, блин. А тут вообще интрига. Ну, интересно, да, пошуршать. Так что
Возможно, рыбы не будет. Возможно, да. Но новое место, потому что. Еще это характерно, то, что в округе в километре никого. Обычно, когда, знаешь, уже место не новое, тут уже народу. Ты про это, крутани. Бур, счищай сразу. Он сейчас неподъемный будет. У меня надега на это место прям было. Рыбонька. Ой-ой-ой. Поднимается, да. В русле тут какая-то движуха прям. Интересно, рыба это? А кто это? Не знаю. Нифига тут стая, да? Что делать? Рыба, да, стоит. Да. Ну здесь кормить этот свал тогда, полив, и где будет клевать, там садиться. Вон там типа? Ну питай здесь разбуривать. 12 метров. Ну нормально. Ну а 12, конечно, глубоковато. Да, водичка поднимается. Ага. Из лунок. Через неделю будет веселье. Здесь не надо, я здесь прикол мешаю. Может отцепить собаку? А, ну давай, я что потом притащу. А полы положи, я на них все положу. Так, друзья, решили остаться на этом месте, на этом пупке. Прошли дофигища и что-то не очень, короче. Где русло, там очень много коряк, рыба вроде какая-то есть, но, блин, решили все-таки здесь на пупке попробовать, не знаю, выходит сюда лечь, не выходит. Ну, тут рыбка была в нескольких лунках. Там, конечно, тоже была рыбка, лещик прям прошел. Ну, попробуем и здесь. Может быть, надо было там. Но там не было рыбы у дна, понимаете, она была в толще воды, непонятно. Стоит там пробовать, нет? Мотылика сюда положим. И мормыша. Вот так, хоп. Все, красота. Сухарёчек. Для цвету. Такая серенькая получилась, нормально. Самый удобный способ. Ну все, вот такая, смотрите, видите? Темненькая, с беленькими частичками. Огонь. Сейчас добавим еще полкилограмма, не жалеем грязного мотылька. Сумка, термос. На улице где-то минус 8, минус 9. Ну, прямо отсюда я начну, наверное. Ну что, ребят, попили чайку, прошелся по лункам, рыбы нет. Все гладенько было. Вот уже взял прикормку, бур. Пойду за русло. Туда вот. Блин, мне еще прилично идти. Ой, 200 метров по прямой. Ну ладно, что сделать. Сейчас закормлю. О, еще там все оставлю, налегке пойду. Как бы ищем место, где палатку поставить. Место новое. Вот. Там получается плато такое. Чуть поглубже может будет, метров 10. Ушел вообще метров 500, наверное. Фух. 9,5.
такая же глубина. Да, вода сильно упала. Ну давайте закормим местечко. Ну что, еще прошел 300 метров. Ближе к руслу. Тоже две лунки тут закормлю. Не знаю, где будет клевать. На пупке, на русле, рядом с руслом, на поливе. Или на платы просто. Глубина примерно одинаковая в точке лова. Плюс-минус там 9,5-10,5 метров. Какая тактика? Так как время уже 1 час дня, мне бы просто, знаете, зацепиться бы за рыбу, чтобы она хоть где-то была, хоть где-то она появилась. Не знаю, правильно или неправильно, потому что, возможно, ночью он может и на пупок на этот выйти. Не на пупок. Тут надо просто какое-то везение, наверное, иметь. Либо знать, что он туда выходит, чтобы он кто-то сказал. Но тому человеку, наверное, тоже как-то повезло, он там нашел его, сел. Клевало. Вот я сейчас, тактика такая, что место особо не знаю, нашел примерно по картам глубин перспективные. Конечно, тяжеловато по такому снегу широко расставить лунки, но в принципе даже получилось неплохо. Так, это, наверное, здесь оставлю для ориентира. Флажки не ставил. Термос, сумочку закрываю. Очень классная сумка, ребят, я не знаю, уже 1000 раз говорил. В ней мотыль, вот сегодня -10. Плюс солнце припекает. Вообще не замерзает. Это, конечно, тема клевая. Оп, все. Там оставил, ну, вон там далеко, 350 метров бур. Здесь у меня сумка и вон там 400 метров сани. Короче, весело. Ну ладно, чего, такая рыбалка. Идемте туда, сейчас попробуем что-нибудь поймать. Ёрш. Первая лунка, первая проводка и ёрш. Если есть ёрш, значит рыбы нет. Блин, подходы рыбы есть, не пойму, что за рыба. Вроде что-то поднимается, но как будто это мелкий ёршик. Встал на мою прикормку. Да, тяжеловато. И кто это у нас тут? Потяжелей. Ёрш. Ёрш. Ёрш потяжелей. Так, отлично. Отлично. Шикарно. Третья локация моя. Да. Не знаю почему. Может, просто не клюет сегодня. Либо не там я опять приехали. Пипец кружочек, ребята, я вам скажу. Фух. Короче, у меня 2 ерша, 2 поклевки. 2 прижима было. Ну, подбил, короче. И, ну, подбил, боднул. Типа того было. И как будто бы это самая перспективная точка. Подбил, боднул. Классно, да? Я, конечно, сейчас еще пройдусь, кружочек, если сил хватит. Ну, как минимум, здесь я посмотрю, там гляну. И, наверное, уже буду думать,
Но пока подбил, боднул. Вот последние лутки. О, ребят, это, конечно, вообще интересненько получается. Я вот налегке иду по буранке. Что-то немножко подустал. С Юрой разбежались. Я попробую какую-нибудь хищную рыбу поймать. Нашел здесь бугор. Глубина где-то 10 метров, 10-11, и бугор на 8. Ну, по карте 8-8 поднимается. Сейчас побурим, посмотрим. Взял и вот судака удочку. И окуневки он закинул. Судаком, конечно, вопросы. А окуня может и получится поймать. Юрец еще вот такую удочку подогнал. Никитос, спасибо. Под правую руку катушка, ему неудобно ловить, так что он мне подогнал. Серьезная палка. Хлыст разбирается. Точнее, отсоединяется. Баланс прям где-то на катушке у нее. Прикольная. Ну ладно. Оставим ее пока здесь. Бур взял 130-й. 150-й таскать неохота. 130-м побурю. Сейчас на самый бугор заберемся. Да, ходить, конечно, вообще некомфортно. На самую верхотуру. Сейчас зайдем. И уже в разные стороны побурим. Вот такой поставлю. На третьем свете фраб. Была юрца, у него поклевка хорошая. Палец судака я на него поймал. Так что будем думать, что это рабочий у нас. С него и начнем. Давайте попробуем сейчас поменять сразу подход. Кто ты такой? Окунь, что ли? Походу окунь. Да, походу окунь. Сейчас проверим. Подходит рыба. Что там? Ну, судаки прут сегодня. Второй. Ну, судак. Снова думал окунь. Пятачок разбурил на 4 метрах. И вот он. Трофейный. Второй. Сейчас отцепим и отпустим. Цепляйся. И за бабулей. Все, ушел. На дно залег. Прям видел полоску. Вниз ушел.
все, находился. Аж нога заболела. Короче, не клюет. Вообще. Просто. О, на диванчике лягу сейчас. О. Вот точка там была. Там были. Боднул, подбил. Боднул, подбил. Потом поклевка, отдай удочку и пару этих тычков. Вот она самая перспективная получается. Ну, короче, что-то борода с лещом. Плотва вроде клюет. Я там в телеграме спросил народ. Реально. Кое-где, конечно, что-то поймает. Сегодня, короче, у нас что у нас? Сегодня 20 декабря. Вот кто был на Русь 20 декабря, напишите, как отловились. Сегодня же 20-е. Именно 20-го. 19-го клевал, короче. Вчера клевал еще. Ребята еще и ловили у нас. В группу скидывали рыбку. Сегодня не клюет. Сейчас, короче, собираемся. Макс. Сейчас Макс, короче, приедет. Собираемся. Едем на Яузу. Да, надо было на Яузу, на самом деле, ехать, наверное. Не знаю. Воду сбросили, может, рыба из-за этого начала так плохо себя чувствовать. Ну ладно, короче, сейчас переедем, вот где вот эти вот всякие прижимы поклевки. Может быть, ночью выйдет активный лещ, и мы его будем ловить. Главное, чтобы я был активный. Ну ладно, посмотрим. Что-то не сдалась уже рыбалка. Какая уже по счету? Это третья, ребят, по счету рыбалка. Ну ладно, короче. Макса ждем и переезжаем. Короче, Макса ждем и переезжаем. Смеркается. В общем, переехали на... Самую потенциальную. Самую потенциальную. Самую жирную. Лунку выбрали. Да. Да, сейчас поставим палатку, закормим, посмотрим, будет, не будет. Ну не будет, не будет. Ну место интересное, рыба должна здесь быть. Хотя никого нет, да, ну как бы совпадение непонятно. Но сюда будем... тяжело доехать, во-первых, давай начнем, да, с этого. Тяжело доехать. Так что как бы... здесь реально места интересные. Ну сюда никак не подъедешь. Места интересные. С берега никак, ну ближайшая там. Ближайшая точка километр, наверное. А пешком сюда нереально сейчас дойти, очень много снега, идти реально очень тяжело. Угу. Давай поставим сейчас палатку и там уже пообщаемся, свет включим. Покушать что-нибудь сделаем. Да. Целый день на улице. Так, зябко немного. Сейчас наживим немного. Пол уберем. И уже просверлим полностью лунки. Ассистент. Спасибо. Сразу все зачистим. Все, готов? Не знаю, да какой. Ну все, готово. Ну красота. Лунки вот сделали. Что умеем, то умеем, как да. Палатку ставить мы умеем. С рыбой еще надо разобраться. Ловим с комфортом. Опа. Что мне нравится у этих полов, то что есть, вот смотрите, такая система. Клапан, наверное. Система клапанов, не знаю, как правильно назвать. То есть вот эта нижняя часть, она у нас находится внизу. Дальше сюда вставляется юбка от палатки, внутренняя. И закрывается еще одной верхней вот этой липучкой. И получается у нас такой сэндвич как бы. И даже если когда вода давит, с этими полами, сколько мы ездим, мне кажется, у нас ни разу не было такого, чтобы вода была в палатке. Попахивает как будто стройка у кого-то. Почему? Какой-то строительный канал. Строительный контент. Подписывайтесь на лайв канал. Там стройка скоро, кстати, новое видео. Не, нормальная тема. Мы еще ни разу не утонули. То есть за счет вот этой системы вода не так в лунку попадает, как с нашей предыдущей палаткой. Там... Здесь липучка двойная, сверху и снизу, а там просто снизу и все. Или сверху она там была, я уже не помню. Сверху. И мы плавали прям все, нормально, а здесь плавали. Прям кайф. И то, что полы еще мягкие, даже если поднимем вода,
Ну, да, вы наступаете, как бы, вот, ну, у вас там лужа. А, и она вот здесь только проминается. А в жестких полах, да, вот этих эво, вы наступаете, у вас вся площадь прожимается, и у вас сразу давит. То из лунок, из щелей, короче. И вот этот, ну, все-таки нам пол больше нравится. Огонь прям завораживает, можно вот так залипнуть на час. Все, труба прогрелась, тяга отличная. Сейчас два брикета зарядил. Они прогорят, их, ну, в уголь превратятся, разровняем и уже полную закладку сделаем. Я так находился сегодня, конечно. Здесь жались, что нам поставить вообще, да? Так, ребят, у нас новый брикет. А есть еще дуб такой же, прикинь. Блин, жалко дуб на самом деле. Да и берёзу жалко. Да, решили попробовать. Потому что... Что-то у них какая-то была космическая цена. Что-то по 250 рублей. У меня жаба душила их покупать. А тут по 160. Ну, нормально. Ну, а те по 150. Мы не знаем, как они, короче, будут, но по весу они прям не, тяжелее. Не, горят они офигенно, у меня родители такими топят в доме. Я что тоже говорю, ну, типа, что вы такие покупаете, дорого. А потом увидел, ну, ценник вообще адекватный. Как дровишки, да, такие? Да, прикольно. Ну, и мусора от них нет. Угу. Я как 4 штучки закинул, вообще огонь. Сиди, кайфуй. Так, взяли на пробу пару пачек. Посмотреть. Ну, если реально будет нормально, будем их покупать. Грязи нет. Вообще кайф. Посмотрим. Так, у нас тут творческий беспорядок. Поставили все, ручки, как так сказать, расположили. А вот какая-то даже там рыба на дне. Тут вот стоят такие вот парни. Смотрите, прикольные вообще. Вот и там такая же стоит удочка. Арбалет с электронным кивком. Тут две такие поставил и поплавочек, смотрю, шевелит, не шевелит, но что-то не шевелит, короче. Ну и если вдруг там что-то готовишь, кушаешь, там отвлекаешься, писк услышал, увидел, сразу обратил внимание и подсек. Но пока вот внимания не обращаем. Тут у нас полочка, моя раскладуха. Так, здесь у меня вот куртка сохнет. Что еще? А, ну тут у нас, смотрите, контейнер с едой, изотермический, столик вот так поставили. Так поудобнее, потому что не надо постоянно открывать, там, доставать. Стол сверху. Да не, вообще кайф расположили. Не, удобно. Вот у нас космо. Вот так вот мы. Видите, у нас тут вещи лежат. У Макса тоже там с той стороны. Получается, там у него акум, зарядка, свет дальше вот идет по проводам. Ну, это уже показывали, ну еще раз, для новеньких.
Да. Это видос называется «Когда не клюет». Да, да. Можно сделать 50, можно сделать 25. Интим. А можно выключить. А вот так, стой. Тут вот так, смотрите. Тут тоже все непросто. Видите, подсветочка работает. Ну так вот обычно леща ловим, с фонариком сидишь. Ну какая движуха есть? Ну есть, ну что-то прям вообще, как будто, ребят, мы его не увидим сегодня здесь. В этой палатке. Как-то все грустно. Но посмотрим. Не теряем надежды. Нет, ну бывает. На самом деле время-то 10. Ну, да. Может быть еще будет. Может, что-нибудь пошуршит еще. Что еще вам показать? Да вроде все. Не, ну это трется, это рыба трется. Да, рыба. Вот, кстати, вот коврик прикольный, у него в комплекте подушечка такая идет. Блин, подушка очень разрешала, очень удобно. Фонарик. Фонарик. Фонарик можно положить вот сюда. Все, красота. Ну все, как-то так. Ой-ой-ой, смотри, смотри. Ой-ой-ой, смотрите. Вот так и смотрим мультики, сидим. У нас телевизор. Ребятушки, идем, ставим жерлички. У нас то ли сработка, то ли холостая. Никто не знает. Но сейчас мы узнаем. О, мотает. Мотает, ребята. Мотает. Смотрите. Хорошо, что сюда поставили. Ой. Красота. Что, сеть? Я не знаю, там двойник. Смотри, как пошел. Потому что в корреге. Ну давай. Давай. Зажевывает. Да, наверное. Стал, да? Подожди, может он такой чё? Ну, давай, там уж в корягах уже. Пуст? Есть. Есть? Небольшой? Ну такой. Да? И ложечка. Да, ничего себе. Приятненький. О, нормально сюда. Опа. Класс, вот, слушай. Товарищ. Вот. А ты, ну что такое? Началось. Все, на рыбу сейчас пойдешь? Конечно. Хотел. И рыба не торчит. А выключи фонарик. О, ребят, смотрите, какой красавчик. Слушай, ну это такой, за килошка точно. Ну, такой, кило. Кило 100, наверное. Нормальный судачок. Что у него было? Одинарничек тут? Или хапуга? Хапуга. Плотвичку, да, смотри, как закушал вообще. Да, хапуга. Вижу два крючка. Один вижу, второй там дальше, наверное. Ну, клево. Такой вот судачок, ребят. Поздравляю с почином. Трется, да, он здесь. Да. Да, классическая рыбалка. Что-то вообще пролет. Ладно, очередной. От нуля ушли. Главный лещатник там что-то бормочет во сне. Интересно, что ему там снится. Лещи, наверное, вот такие таскает. Так что я сейчас прогулялся на то место, куда мы первый раз приехали. Кстати, рыба там тоже есть.
Бель подошла. Я так что там вивы поокунал. Думал, вдруг там трофей ночной подойдет. Ну, одной лунки был подход. Ну и отход. Соответственно. Так что, наверное, сейчас будем спать. Точнее, юрец уже щемит. Почти. Что там голос подает? Почти щемит. Да, и завтра проснемся пораньше. Если рыбы здесь не будет, наверное, все-таки поедем по окуневым местам. Здесь у нас тут точка недалеко. Попробуем окушка половить. Что-то я глаза закрываю, у меня эхолот перед глазами, вот эти полоски вверх. Ладно, ребят, скоро увидимся. Хорошая. Хороший вот этот. Да. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Все стравил вообще. Да, сейчас соберет мне все. Алексеич. Это, блин, кабан. Первый раз после того, как я спал. Не. Что, были, да? Еще были, да. Тоже хорошо. Ой-ой-ой. Да, нормальный был. Макс, поможешь багорик, наверное? Ой-ой-ой. Там огромный. Жди. Блин. Уперся. И с этой стороны вон рожа его торчит. Да. Взял? Свалил. Тихо. Это убери. Вот он. Ну за... Да. Тыкай. Хорош. Юр, вставай уже, время дофига. Юрец. Чё ты там, блин? Стонал. А чё, рыбы там не было, что ли? Рыбы нет. Не клюет. Не было рыбы. А я думал, была. Рыбы снились, я помню. Рыбы снились? Не было. Не было. Или были? Или были рыбы? Должно было быть вот так, как во снах, а по факту спали всю ночь. Ну, выспались зато. Да что, ни одного писка за ночь, как бы, мы, да. Мы как бы ловили, просто... Просто что мы делали? Просто мы спали, но не пищало, да и рыбы нету, короче. А по судаку странно, почему-то один влетел, все. Место вообще топ. Борода. Короче, не повезло нам опять. Да, за кушком сходим, посмотрим. А вдруг? Что-нибудь да вылезет. Сейчас будем завтракать. Я, короче, зарядил. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь.
7 вот этих деревяшек. И надо, ну, закладку, чтобы на 4 часа хватало, да, спокойно. Лег там, 4 часа поспал. Все расплавил вокруг. Да, вчера, короче, ребят, перед сном вот эти брикеты, вот эти поленницы, которые мы вам показывали. Я перед сном 7 штук зарядил и поставил печку на минималку. Я проснулся, вот так по мне течет. Я вообще разделся прям. В одних труханах спал. А Юрис говорит, да мне нормально было. Просто бутылка рядом с печкой стояла. Ну, она не прислонена, она лежала, просто лежала, потому что она вчера замерзла, мы положили, чтоб. Ну и так воду тепленькую пить. Она просто лежала. Ну, от печки сантиметров 10. И вот смотрите. Оп! Как бутылка хорошего шампанского, да, теперь с искривленным горлышком. Да, да, и вот здесь все поплавилось, пробка поплавилась. Так что это. Надо понять количество. Не знаю, может, я открыл ночью. Холодно было, я помню. А, ты еще открыл? Ну, холодно было, я помню, что я сильно замерз, и я немножко приоткрыл. Ну, возможно, я не помню. Подробности начинают всплывать. Да нормально было, я ложился. Да как нормально, ты тут что-нибудь задубел вообще тут. Я не знаю, как ты спал вообще. Кайф было. Было очень холодно. Я просыпаюсь. Я с таким расчетом думаю, все, вот так. Ну, вот так? Она, температура начнет повышаться. Ты должен был замерзнуть, ты просто хорошо заснул. А ты, видимо, очень сильно... Ты без спальника спал, потому что... Да в смысле, я в спальнике был. Потом я глаза открыл, ты в шапке уже и в спальнике. А потом я еще замерз. Я после... Я одел спальник и нормально стал в спальнике. А потом... И ты просто открыл и лег спать? Приоткрыл. И ты даже не посмотрел, что внутри происходит? А как? Ну я просто приоткрыл чуть-чуть. А если внутри пусто? А, нет, я открыл, там было этих... По-моему, вот эти вот брикеты, по-моему, я видел, лежали, да. 6 ну, бревнышки. Да. Я чуть... Они горели, но было очень холодно. Реально было холодно. Но есть, они, видимо, не схватились. Не схватились, да. Надо было чуть, да, приоткрыть, чтобы они схватились. А я заснул, наверное. И все, я не проснулся уже ты, когда ты была врала. А я заснул, потому что я очень хотел спать. Все, я вспомнил, как было. Я помню, я просыпался ночью один раз, вот сильно замерз. Засни кастрюлю. Потому что я спал вот так вот вообще. Я просто... ну, воздух, он ледяной прям уже. А не это... Ну холодно плюс ночью было, реально было ночью. Да. Больше 20 градусов было. Так, что эксперименты ставят? Да не, ну непонятно. Вон, ребята в проверенном месте за ночь поймали две рыбы. Ну, что это? Рыба? Да не клюет рыба. Не клюет. Рыба. Ты там раскупорил, да? Ну да. Сушу сапоги, сижу возле печурки. Сам в носках. Забыл взять обувь с собой. Сменно. Сижу тут, обламываю. А я в тапочках. А ты не взял, да? Да, что-то подумал, не надо, буду в сапогах. Обувь надо, ребят, сушить по-любому. Не забывайте вечером. Либо вот сюда, либо вон туда, если, наверх. Этот, как его, если валенки, да, наверх запихиваем. Ну, валенок из сапогов достаем наверх. Если просто сапожки. Слушай, а эти вроде легкие, не вот получится так, их там положить. Да зачем? Ну они нормальные. Ну ладно. Так что сидим. Сейчас будем завтракать и какую-то движуху наводить. Пойдем в жерлички, да? Какую-то движуху наведем, точно. Не, ну я хочу до окуня доехать. Ну доедем. Мы доедем. Сейчас проверим жерлицы тогда, поднимем их. Пусть стоят еще. Ну они замерзли, даже ковыряться на самом деле. Ну так хотя бы их взбудоражит. Погодка шепчет сегодня. Класс. Двадцаточка. Солнышко. Печечка работает.
бомба вообще, ребята. О, красотища. Юрец там ходит, жилец проверяет. Говорит, кое-где живец сбит. Все, смотрите, промерзло. Сейчас надо собаку завести. Так примерз. Вот такой на грани. Конечно, хочется, чтобы хвост вот такой у него был. А не голова. А хвост здесь вот такой. Пускай здесь лежит. Подмерзает. Сейчас сани отцеплю. Сейчас снег почищу в санках. Собака погреется и погоним. Заправлять не буду. С собой бензин возьмем. Если закончится. Так, приехали на кокуня. Кокуня, окуня. Кокуня, окуня. Благодарю. Ой, какая здесь модная блесна стоит. Так, удочка от Сереги. Лесочка здесь 0,18. Не понял. Да я ничего не парься. О, о! Поклевка, да. Опа. Первый акушарик. Да, подошел такой. Сделал два больших подброса. Он появился, короче. Сразу и встал возле этой блесны, начал вверх поднимать и клюнул такой небольшой. Ну такой, как у тебя, наверное. Акушарик. Ну там есть еще один, я видел. Да? Окуня много, вот. Верхние две полоски. Вот самый верх это блесна, и внизу вот две полоски еще. Это окунь. Ему пофигу. Брать не хочет. Поднимается, смотрит, но не атакует. Вот он поднимается, поднимается, поднимается. И все, пошел вниз. Оп, опередили. Перед носом у него еще потрясем. Мне ему неинтересно. Пойдем искать более сговорчивого. Так, было по паре поклевок. Сейчас вот получается по картам находим бугорки. Вот тут такой бугор идет. Тут ямка, с той стороны ямка. А тут такой, ну, коса что ли. По этой косе иду. Сейчас вот. Сейчас немного в свал ушел. Рыбы нету. На бугре движуха. Не знаю, вот в этой лунке рыба была, но подходов очень мало. То есть она подходит и уходит. Не знаю, может, брёвнышко не нравится.
Я бы сейчас попробовал бы поэкспериментировать с блёснами. Если сейчас будут подходы, попробую сменить блесну. Тут получается такая сейчас игра у нее плавно покачивающаяся. Может, нужна более такая сыплющаяся блесенка. Сейчас здесь посмотрим, если также будут подходы, рыба клевать не будет. Здесь помельче. Мормышку уж хотел взять, попробовать на мормышечку. Ну что-то торопился. Так. Вот она. Все, поставил свою косильщицу. У меня ящика нет здесь, так у него. А другого я не брал никакой, поэтому приходится к Максу ходить. Но видите, такая более прогонистое тело у нее. И может быть сейчас окушок соблазнится, не знаю, посмотрим. Так, ребята, мне тут подарили удочку. Да все нормально, я почистил, Саш, нормально, у меня рукой. Я не чувствую этих рук. У меня все четко. А сколько глубина здесь? 9.5? 9.5. Блин, как будто мельче надо ловить сейчас. Вот там 8 пробовал, 7 пробовал, бесполезно. Нифига, да? А здесь хоть он есть по эхолоту? Есть. Так, подождите. Сейчас будем пробовать. Покажет мастер-класс. Да не, мне подарили удочку, я сейчас буду пробовать. Это же легендарная, можно сказать, снасть. Слушай, а вот эта эва-то вообще приятная. А у меня не эва нифига, она вообще неприятная, короче, холодная. Это настоящий тикер, у тебя там не настоящий тикер. Да? Да. Ну, все уже, Юр, давно уже все. Все, да. Нифига. А леска 0.12 здесь? 0.12, да. Кто-то поставил. О! Ты можешь не нажимать, вот там трещок. Да не, я привык, что это. Ну она у тебя работает как этот. Выше делай, Юр, подожди, дай. Чуть-чуть выше. Сейчас. Еще? А, еще подсогнуть? Вот, смотри. Вот пошла первая, да? Ну. Вот, все, пошел. Ну, я понял. Пошел потихонечку сначала. Остановился? Раз. Вот эта фишка мне вообще понравилась. Ну, он знаешь, как реагирует на это, блин. Я больше 70% на это ловлю. А я знаешь, как? Просто тормозишь и тут же подсекаешь. Юрик. А, ну это бывает. Из поклевки за борды я его нахуй беру. Оп. Я понял. Так же за борд часто. Бывает, да, у тебя? Редко. В конце особенно, просто подсекаешь. Да. Не, а это вот именно вот. Ты потихонечку поднимай, понял? Эта тема вообще прикольная. Раз. Ждешь. И потихонечку. Вот это основная вообще, когда он не клюет. Ага. Эти видишь, кембрики еще раз возрастают. Да, вообще удобно. Людям будет видно. Видишь. Людям будет видно поклевки вот теперь, а то меня не видно постоянно. Давай, держай. Так. А, ну это пониже, мне непривычно так. А ночью вообще не клюет? Вообще, ни хрена не клевал. Просто борода, я говорю, просто борода. Да все что-то хреново ловят. Не, я там сколько не общался. Ребята возле там напротив этого. Не, там такой особняк стоит. Там, ну, поймали 5 штучек. Ну, таких ночью что-то у них там. Днем что-то поклевало чуть-чуть. Ну, понятно. Так, возможно, у вас есть вопросы, что вообще происходит. Приехали к ребятам. Ребята наши, блин, товарищи уже. Там Саша, Сережа. Саша вот. Который вот удочку подарил с ведьмами. Это вообще постоянно ловит на Рузе, на Яузе, блин, всегда шикарно отлавливается. А Серега вот эти удочки как раз нам сделал, вот эти вот окуневые. Так, к ним приехали, они приехали на 3 дня сюда. У них тоже не клюет. Хотя вчера, говорят, здесь клевало. И поэтому они сюда приехали, хотя хотели к нам туда. В ту степь. Вот. Так что, видите, тоже не клюет. Непонятно, где рыба, куда делась. Ну, сейчас я здесь у них похожу. Накормлено, интересно. Опытом, можно сказать, поделились. Вот эта рваная игра, прикольно. Саша поймал рыбу. Такого неплохого. Сейчас посмотрим. Хоть у других людей рыбу. О, какой.
блин, ну такой зачетный, слушай, блин. Да ладно, это ну, пойдет. Грамм 600. Грамм, даже меньше, наверное. Где-то 550-600. Я это уже наизусть все знаю. А это чужие лунки, да? Нет, лови, 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 что ты. Он тут слинял уже, все. 8 метров, 8,5 метров здесь. Опа! Ну это что-то маленькое. А? Не. Мелкий. Подлещик. Все, обловил твою удочку. Опа, ребят. Первый на Сашину снасть. Все, Серег? Все, давай, парни. Ага. Раз вот знакомство. Давай, давай. Увидимся. Влезет она. Да, вот такое вот видео. Мы старались. Мы пытались. Только что сняли жерлицы, ни одного загара. Ни одна не вмерзла, весь живец на месте, живой. Не, ну утром они были, конечно, туговато ходили, и было две сработки. За ночь подмерзло. Мы после утра, Юрец, точнее, сходил, все проверил, обслужил. Где же санец зарядил, и сейчас же нормально все было. Все четко. Ну, ночью выходит, короче, на такие вещи. Какая движуха, там раздачи какой-то не было, но там 2-3 штуки, если жерлицы не подмерзли, можно и, было понять. И 40 сразу стоит. Да. Ну, у нас, да, мы ставим 10, по 5 на каждого, ничего не нарушаем, и вам советуем. Потому да. Что смотришь, у некоторых поля такие, что вообще страшно. Да. Вот, ну 10 жерлиц, один судачок, был еще, ну, возможно, один холостой и один прям верняковый, потому что, ну, то ли не размотка, в стороне. Но живца не было. Живца не было, да. Ну, да, сняли. Да, может быть и клюнул судачок, но из-за того, что примерзли, он, видимо, отпустил. Хотя там одинарник, да. Так что, друзья, глухозимие. В разгаре. Привет, глухозимие. Звонили многим, приезжали к ребятам, звонили еще ребята на Рузе. Я говорю, не едьте на Розово. Не клюет. Вот. И у всех сегодня хреновенько. Хотя вчера кто-то поймал, позавчера тоже, но вот, видимо, все хуже. И сейчас вот будет еще пару дней, наверное, хуже, а на следующей недельке может расклюется. Короче, ну надо попасть просто, чтобы он был активный. Вот, у нас место новое. По сути, оно вроде прикольное, да, прикольное. По белой рыбе просто вот, ну, непонятно, норм, не норм. Ну, место действительно как бы стоит. Если бы здесь народ бы ставил палатки бы, то он бы здесь постоянно бы терся. А так как здесь никого не было, скорее всего, вот наша может быть ошибка. Потому что у ребят там, ну вот, одного там нормального такого зачетного поймал, Саша. Ну, одного, ну. Ну, все равно, да. Ну, слушай, ну он хотя бы там трется. Здесь, знаешь, прикормил и нифига, короче. Ну да. Вот. Ну, опыт. Ставим опыты на себе. Да, так что вот не делайте, как мы. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно. Очень обязательно. У всех бывают пролетные рыбалки, и у нас их много, вы сами видите. Но также и как есть. В Юрином сне, да, мы есть рыбалки, ловим, нормально. Ловим рыбу. Так что как-то попытались. Ну, интересно, разбавить. Новые места, что-то посмотреть. Хочется что-то, да, найти. Нормально все. Да я не, просто интересно. Все, кайф, все мне кайф. Было интересно, но вот не повезло. Да. Так да. Что, ребят, все интересные ссылки под видео. Пишите комментарии, ставьте лайки и делайте, как мы. А лучше. Всем пока. Пока-пока.